Емірати і Шрі-Ланка зацінують Туреччини у розпал сезону відпочинку. І це цілком реальні пропозиції, тільки приємні спогади про відпустки. То що ж варто знати, щоб не потрапити у халепу? Адже тисячі українських туристів нині стали заручниками в аеропортах Тунісу, Єгипту, Туреччини, Чорногорії, Грузії, Італії, Києва, а сьогодні ще й Кривого Рогу. Найгучніший скандал у Тунісі, звідти чи не тиждень не могли повернутися відпочивальники. Замість того, щоб цупити їжу, варто вимагати харчування та житло, говорять правозахисники. Чим обов'язково потрібно озброїтися та ким заручитися перед відпусткою, говоримо сьогодні з представниками туризму, правниками та законниками. У студії Граней Альбіна Бондар, директор Дніпровського офісу туроператора України, Ліна Сергєєва, директор першого Дніпровського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ну і з вами сьогодні також Дмитро Мовчан, уповноважений Радою суддів України для роботи у Дніпропетровській області, суддя Ленінського районного суду, кандидат юридичних наук, та Сергій Коваленко, адвокат. Добрий вечір, панове, у студії Грани. Я щиро завдячу, що в п'ятницю ввечері знайшли час поінформувати про важливу, цікаву і корисну інформацію. І відверто з вами ми говорили ще по телефонах і зараз спілкувалися, що наша задача сьогодні не казати так, що не треба відпочивати чи, можливо, не їхати за кордон. Наша задача сьогодні з вами унеможливити те, що відбулося нині з багатьма туристами і, ну, навпаки, налаштувати на приємні відпустки і приємні, лише приємні спогади. І, звісно ж, зробити так, щоб відпустка літа 2018 запам'яталася тільки гарними емоціями. Альбіно, я завдячую в першу чергу вам, тому що відповідати, звісно, за всіх туроператорів неможливо одному. Знаю, що серед ваших клієнтів немає тих, хто десь нині в аеропортах, всі успішно і гарно відпочивають, але ви, як ніхто інший, нині володієте інформацією, що насправді маємо на сьогодні. На данный момент, безусловно, нужно отдыхать. Отдыхать нужно, все мы трудно работаем, и всем хочется, какая-то мечта должна у человека быть, что вот в конце тоннеля должен быть свет. Что случилось на данный момент с другими операторами и почему случилась такая ситуация? Прежде всего, это потому, как нужно выбирать, когда выбираешь тур, нужно выбирать с умом. Все выбирают с умом, и нужно... На что нужно обращать внимание? Прежде всего, нужно понимать, куда вы отнесли свои деньги, кому вы заплатили. И за что заплатили? За что заплатили? Смотреть внимательно документы. Если есть фирмы-однодневки, которые открылись, если вы понимаете, пришли, и эта фирма вот только буквально открылась, им будет все равно, что с вами случится там через месяц, через два и так далее. Потому как они, возможно, не предполагают свою работу через год. Им главное продать вот сегодня, сейчас, и все. Есть операторы, которые работают по много лет, которые дорожат своими клиентами, дорожат своей репутацией. И, конечно, они смотрят, во-первых, с кем работать, с какими операторами. Вот многие операторы, мы, например, да, мы заключаем контракты напрямую. Мы не являемся посредниками между кем-то. Почему? То есть важно, чтобы это был прямой туроператор? Прямой оператор, но есть такие туры, которые мы не можем избежать. Например, там какие-то вот туры, Турция, Египет, там вот такие какие-то общие. Но такие контракты, которые мы можем избежать, это там какие-то посредников. Да, посредников, то мы стараемся их избежать, потому что мы платим деньги напрямую. Мы уверены, что турист доедет, что его там встретят, что гостиница будет оплачена. Если даже встречаются какие-то нюансы, если его там мало ли вдруг разминулись с гидом, всякое же бывает, да, или там что-то... какие-то моменты при поселении, то получается, что турист должен обращаться к своему оператору, кого он бронировал, а перед ним какая-то цепочка. И целая цепочка. Целая цепочка, да. И если получаются какие-то моменты по возврату денег, то это тоже нужно, эту цепочку нужно преодолеть. И вернутся ли деньги, в каком объеме, потому как эта цепочка, каждый прибавил свой интерес, и расставаться с деньгами никто не хочет. Альбин, поэтому... скажите, пожалуйста, вот то, что случилось, авиакомпания все-таки самолетом, в одном из ведомств говорили, что самолетом 20, вы говорите, с самолетом 40 лет?
35-40 лет есть такие самолеты у них на самом деле. Но это наше мнение, потому как сейчас же идет разбирательство. Все мы видели разные репортажи по поводу этих самолетов. Мое мнение, у вас же достоверная информация, потому что вы проверяете это. В том числе и туристы сами говорят, вы видели, какие эти самолеты. Тут-то да. Да, самая достоверная информация – это от туристов, которые на них летают. Мое мнение, что почему такой случился коллапс, потому как эти самолеты поломались. Мы все прекрасно знаем, что если хотя бы из строя выходит хотя бы один самолет, уже сдвигается вся полетная программа, все ломается, рушится. А сейчас вот это все разрушилось, потому что поломалось, видимо, не один самолет. И летают буквально у них там единицы, потому как они просто уже не могут летать. Но говоришь, что сами пилоты отказались. Сами пилоты, да, уже боятся садиться на эти самолеты. Можем ли мы сказать, что сегодня они, может быть, даже спасли чью-то жизнь? Возможно, так и есть, потому как эти самолеты же с такими опытом работы, скажем так, не факт, что залетели бы когда-нибудь. Часто они ломаются, очень часто. Это говорят все туристы. В связи с этим и задержки самолетов в аэропортах. Это связано именно со старостью этих самолетов. Было много материалов в СМИ о том, почему, что и как случилось. Я предлагаю еще раз напомнить для тех, кто, возможно, всю неделю напряженно работал, чтобы, например, с этой пятницы наконец-то пойти в отпуск. Давайте еще раз напомним, что же произошло и кратко информация от первых лиц, те, которые ответственны, в принципе, за работу, в том числе и авиакомпании. Внимание на экран. Пан Костянтин купив квитки до Єгипту та на відпочинок так і не потрапив. Його рейс відкладали кілька разів. Полетіли лише через 16 годин, та вже через 30 хвилин літак здійснив аварійну посадку. І знову в Києві. Ни представителя туроператора, ни представителя авиаперевозчика мы так и не могли увидеть и услышать. Мы находились прямо возле самолета. Мы не хотели никуда расходиться, потому что мы не слышали внятного ответа на то, что будет с нами дальше, с нашим рейсом и со всем остальным. Таких, як пан Костянтин, в Україні сотні. Люди сидять в аеропортах цілодобово. Вы понимаете, что моя задача? Мне сказали, ваша задача соврать и я вам и вот так вот, и выбросить. Соврать и выбросить. Это ваша работа. Просто не летать это. Все, так больше не. Усі ці люди – клієнти авіаперевізника «Браво Ейрвейс», який за останній тиждень скасував відразу 5 чартерних рейсів. У компанії пояснюють, їм заборгував туроператор. Останні буквально 2 тижні заказчик прекратив платити за рейси, і ми були вимушені зупинити. Скандал навколо авіаперельотів не вщухає вже тиждень. Аби повернути українців додому, підключилися МЗС та Міністерство інфраструктури. Володимир Омелян додає, що варто оновити і техпарк. Все, що старше 20 років, літати в Україні не матиме права. До кінця цього тижня ми розмістимо рейтинг авіакомпаній на сайті Міністерства інфраструктури і Державної авіаційної служби. Він буде оновлюватися щомісяця. Та турменеджери запевняють, доки сам про себе не подбаєш, ніхто не подбає. Аби не втрапити в таку ситуацію, треба обирати надійного туроператора. Я могу 100 раз сказать, что выбирайте надежного туроператора. Как правило, турист выбирает то, что дешевле. С одной стороны, его трудно винить, да, как бы все хотят сэкономить. С другой стороны, тем самым мы как бы туроператоров поддерживаем в их вот этой дешевизне, а дешевизна просто так ниоткуда не берется. Чи можна отримати компенсацію, якщо ваш літак не летить? Деталі вирішили запитати у страховиків. На камеру вони говорити відмовляються та запевняють, страхування у разі затримки рейсу не передбачене, тому за все клієнт мусить платити сам. Наразі ми до останнього зазирали поцікавитися рейтингом. Чи є на сайтах рейтинг авіакомпанії і туроператорів? Поки немає, але тиждень ще поки не завершився, ще є 2 дні. Сподіваємося мати цю інформацію, бо кожен з нас може перевірити. До речі, скажіть, будь ласка, в ваучері вказується авіакомпанія, яка перевозить?
чи ні? Безусловно, коли покупаєш тур, потрібно уточнять. Тому що клієнти, які приходять, от говорили, що да, як можна дешевле тур, це нормально. Кожен намагається вложити свої гроші найкращим образом. І відпочити, то, що кожен іще подешевле, в принципі, це нормальна ситуація. Але дуже рідко, коли спрашують подешевле, спрашують, якою авіакомпанією я буду летіти. Обов'язково це спрашують. А ця інформація доступна. І менеджер, який бронює в момент бронювання, це може сказати. Звісно, коли бронюєш, розпечатується бронювання, де все прописано. Какая принимающая сторона, какой авиакомпания вы летите, какая у вас страховая компания. Это все просто нужно эту информацию узнавать. Если хотя бы у вас какие-то вопросы появляются, их нужно задавать. Потому как если ты не спрашиваешь, просто в эйфории ты купил и довольно бежишь, что там очень дешево купил. Эйфорию надо убрать на начальной стадии. В первую очередь включать мозг, да, и спрашивать все это. Хорошо сказали. Ну и самый громкий скандал, это, конечно же, скандал с Тунисом. Там около 1000, говорят, туристов застряли в аэропортах и... Некоторые, вот уже возвращаясь сюда, в середине недели, начиная с выходных, не экономили слов, эмоций, будем так говорить, и нашим коллегам с сайта «Сегодня». Они рассказали много интересного, но есть и очень такие факты, которые, ну, честно говоря, ну, очень такие жесткие, когда людям нечего было даже есть. Я попрошу показать информацию с наших коллег из сайта «Сегодня.ua». По всему Тунису собралось около 1000 человек, которые не могут вылететь, рассказала львовянка Диана. Многие купили билеты за свои деньги, потратили 250-300 евро и улетели домой через Европу. Нам тоже предлагали улететь без помощи туроператора, но билеты на всю семью обошлись бы в 52 тысячи гривен. А я на 7-м месяце беременности, у меня было предистерическое состояние. Плюс ко всему, после того, как с нас сняли браслеты, которые дают, собственно, право на бесплатное посещение гостиничного ресторана, мы находились в отеле, ходили кушать так, будто воровали еду, руку прятали, чтобы не было заметно отсутствие браслета. Знаю, что есть две пенсионерки, у которых вообще закончились деньги. Вот такие вот были справы. Чи немало было и тех, кто не смог вылететь до Тунису с Киева. До речи, серед них были и наши коллеги, не с нашего телеканалу, але с Дніпра, який на кілька днів затрималися до Тунису с вылетом. Мы их не турбуємо, нехай нарешті відпочинуть, а потім поділяться своїми емоціями і враженнями. І, можливо, до речі, з вашою, Сергію, та вашою, Дмитрою, допомогою ми складемо позовну заяву, щоб відшкодувати і моральні, і матеріальні збитки. До речі, Дмитре, чи є прецеденти, коли складається позовна заява за неякісні туристичні послуги? Доброго дня. Дякую за запитання. Перш за все, хочу співчуття висловити всім тим, хто опинився в такій неприємній ситуації. Врешті-решт, маю сподівання, що в Україні ця практика з'їдена не весь. Стосовно прецедентів, так, дійсно було, але небагато, якщо взяти аналітику за останні там 5 років, ми по Дніпропетровській області можемо бачити чуть більше 100 спорів з суб'єктами, які надають туристичні послуги, стосовно звернення громадян до суду. Такі звертаються громадяни за суду? Так, але в контексті загальної кількості справ 100 з маленьким хвостиком – це не дуже багато. Один лише суд в Дніпрі – мільйонники там за рік розглядає, ну, приблизно 10 тисяч справ. То 100 справ за 5 років – це не так багато. Найбільше такий потужний сплеск цього був в 2015 році. У нас був такий тур-оператор «Ільтур», якщо я не помиляюсь, колеги можуть мене виправити. В нього там зірвалось багато всіх цих туристичних подорожів, і громадяни почали масово звертатись, отримувати рішення на свою користь. Тому тобто вигравали суди? Дійсно вигравали в суди, рішення були на їх користь, десь частково, десь повністю, в залежності від обставин справи, бо громадяни просили стягнути і вартість передплачених послуг, і моральну шкоду, ну, врешті-решт, як адвокати радили, да, у більшості випадків. І тому суди вже дивились конкретно по всіх обставинах справи, де частково, де повністю задовольняли, але справи були на користь громадян, і в даному випадку права були захищені. Тобто радите всім, хто нині, ну, виявився ошуканим, звертатися так до суду? Це вирішує кожен сам для себе, але суди готові, і суди будуть розглядати такі справи, повно, всебічно, об'єктивно будуть постановлювати рішення. Якщо права були порушені, то права будуть захищені судом. Сергію, скажіть, будь ласка, чим варто озброїтися відпочивальниками, які потрапили в халепу, щоб звернутися з позовною заявою до суду? Здравствуйте. Ну, во-первых, перед тем, как мы идем в туристическое агентство, мы уже там определились, в какую страну будем лететь, приходим, сидит здесь специалист, менеджер,
если подобрал нам уже тур, мы должны попросить заключить с ним договор, с туристическим агентством, в котором будут прописаны все условия. Не только ваучер получить, но и договор подписать. Да, договор, в котором будут все, прописаны все существенные условия. Это предмет, куда летим, цена, время, ну полностью все оговорено. Так же, как человек, также, вернее, гражданин, который заключает этот договор, имеет право внести в него свои существенные условия, ну что-то ему не нравится, как-то вместе составить этот договор. Вот. Ну, как правило, у нас туристическое агентство этим злоупотребляет и не дают человеку договор. Дают просто билет, ваучер. Вы говорите об агентствах, не операторах, а агентствах, да, которые маленькие. Да, о туристическом агентстве, к которому они пришли, их менеджер забронировал, и все. Потом перед вылетом им отдал билеты на самолет, ваучер на отель, и все. Потом, если что-то не прилетают в страну, где-то случаются какие-то конфликты, там, не конфликты, вернее, как сказать, ну, да, нюансы. Поселили их не в тот отель, или же какие-то, ну, не то, что им рассказывали в стране, где они бронировали тур, то потом в дальнейшем они уже ничего не смогут сделать. Уже если нет этого договора. Да, да, доказать уже. Не смогут уже по приезду для того, чтобы составить исковое заявление. Но это все тут идет цепочка начинающего. Ну, если уже прилетели, что уже случилось такое, то там надо хотя бы сфотографировать. Когда люди... То есть видео и фото фиксация таки нужна? Конечно, да. Когда заполняется, ну, когда человек прилетает в отель, заполняет документы, должен сфотографировать, что он действительно был находился в этом отеле. Или сфотографировать, или попросить ксерокопию, чтобы было подтверждение о том, что действительно он в другой отель прилетел, не в тот, который там бронировал. Чтобы у него были доказательства. И потом после по прилету уже приходить уже в турагентство, писать им претензию, после претензии, что они скажут, и уже потом обращаться уже в суд. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи варто брати контакти свідків, образно кажучи, таких же ошуканих туристів? Свідки... Вони можуть бути у нагоді на судовому засіданні? Ну, звісно, свідки – це джерело доказів, да? Це один з засобів довести свою позицію суду. Тому, якщо ви завчасно попіклуєтесь про свідків, ви тим самим підготуєте відповідну базу доказування для суду. І ви маєте клопотати перед судом про викликати допит таких свідків. Чому ні? Отже, уже розуміємо, що обов'язково має бути договір, крім ваучера, правильно розумію? Окрім того, фото-відеофіксація незручностей, в яких опинилися, якісь підтверджуючі документи про рівень готелю, в який ви потрапили, правильно розумію? На фоні авіакомпанії, яка стратила, скажімо, ну, а Дмитро радий ще й запастися телефонами свідків таких же ошуканих туристів, які поруч були з вами. До речі, Дмитро, а якщо, скажімо, ми з Дніпра, а свідки з Запоріжжя, чи є зараз на день призначення судового засідання, можливо, вони не зможуть приїхати. Відеоконференція, в режимі відеоконференції зможемо допитати таких свідків? Я вам більше скажу, ми навіть сторін можемо допитати в режимі відеоконференції. Зараз всі суди по Україні, по області забезпечені відповідними технічними можливостями щодо відеоконференції з іншими судами. І філософія суду, вона зараз ставиться таким чином, що якщо хтось перебуває в віддаленій місцевості, нема сенсу витрачати більшість часу на дорогу, якщо можна прийти до найближчого суду і в режимі відеоконференції поспілкуватись з судом. У нас багато таких справ, принаймні в мене провадження з Києвом там на тиждень 3-4 відеоконференції по всіх справах. Нормально спілкуємось, я всім. Тобто не варто боятися, якщо ваші сусіди ошукані, скажімо, з того ж Павлограда, Запоріжжя, Харкова, Одеси чи інших міст. Правильно розумію? Головне взяти контакти, щоб потім... 21 століття, суди сьогодні працюють за новітніми технологіями, це не жарти, онлайн-технології поширені, ми залюбки в режимі відеоконференції. Зі сторонами спілкуємося, кажу, нема з цього жодних проблем, тому не хвилюйтесь, забезпечимо від вас клопотання, від нас технічна можливість і спілкування приємне. Чудово. Ліно, я розумію, що вже 3 роки діє безоплатна правова допомога, в тому числі консультація. Наразі ми тільки розкручуємо ці відомості, ну, мало хто знав про це. До вас можна звернутися за консультацією, як бути за безкоштовну консультацію, якщо виявилися ошукані авіакомпанією? Добрий вечір. Так, безумовно, в Дніпрі вже три роки працюють центри безоплатної вторинної правової допомоги. Ми зараз бачимо ваш сайт. Як вас можна знайти? Так, можна знайти. Це сайт регіонального центру. У нас є сторінки в Фейсбуці, у нас є сайт координаційного центру. І у нас також є гаряча лінія цілодобова. Гаряча лінія. Так, ось ми бачимо всі відділення, що їх декілька в Дніпрі і навіть так, в інших містах нашого.
вашої області? Дніпропетровської області. В Дніпрі у нас працює 3 центри, як мінімум 3-4 юристи на прийомі кожного дня в кожному центрі. Тому, дозвонившись на гарячу лінію, вам обов'язково підкажуть найближчий центр, координати найближчого центру. Гарячу лінію ви маєте на увазі безкоштовний телефон? 0800-213-103, і вам обов'язково підкажуть найближчий центр, до якого ви можете звернутися, або бюро правової допомоги, і там ви зможете отримати консультацію. Дивіться, наші колеги повернуться, в тому числі і наші колеги, які, на жаль, були ошуканими при подорожі до Тунісу, вони можуть звернутися, і ви допоможете проконсультуватися, як правильно скласти позовну заяву до суду, в тому числі. І на що можна розраховувати? Так. Ну, а якщо людина ще й має або пільги, або не дуже забезпечена, вона також може розраховувати на безкоштовного адвоката від держави. Захист навіть у суді? Так, захист, допомога захисту в суді, але це тільки для певних пільгових категорій. А скажіть, скільки на сьогодні таких юристів, які можуть надавати безоплатну правову допомогу, принаймні у Дніпрі? Ну, я ж говорю, що у нас на прийомі кожного дня в трьох центрах працює від там 3 до 5 осіб, які можуть консультувати громадян, які приходять або звертаються до нас будь-яким чином. Альбінка, скажіть, як збіжати так, щоб ми не обращались ні к адвокатам, ні к суддям, ні к юристам за безоплатною правовою допомогою? Ну, прям не все так страшно. Да? Не страшно, мы же и говорим сегодня, что мы хотим еще раз расставить акценты, предостеречь. Да, во-первых, вы должны понимать, куда вы идете. Если там какая-то фирма-однодневка, вы посмотрите на офис, да, посмотрите на этих людей, посмотрите на репутацию. Возможно, кто-то что-то где-то в интернете, вы тоже можете посмотреть отзывы. Как давно работает эта компания, чтобы вы уже хотя бы, если не говорить об авиакомпании, вы должны понимать, что та компания, где вы оставите деньги, туристическая компания, вас не бросит в сложной ситуации. Потому что ситуации бывают разные. И нельзя сказать, что прям все мы застрахованы от какой-то непредвиденной ситуации. Но, по крайней мере, вы знаете, что вы можете туда обратиться, и вас не бросят в трудный момент. Даже если случится такое, что вам нужно будет куда-то переселяться и улететь раньше, или позже так случится, что вы будете улетать, что у вас будет помощь. Вы должны быть уверены, что вам помогут. Это зависит от той компании, куда вы обращаетесь. То есть... Альбин, мы не просто так сегодня об этом говорим, мы действительно хотим просто помочь и предостеречь, потому что поколения меняются, да? Те школьники, которые вчера ездили еще с родителями, и родители брали на себя ответственность, сегодня уже точно говорят, что они сами самостоятельные, еще 5 лет, да, в 2015 году, да, вот был вот такой всплеск заяв в суд по поводу некачественных услуг оператора. А мы сегодня знакомим молодых людей, потому что они, кстати, побывав на вот дни перед Конституцией в той же Кирилловке, они уже с тем очередям, добираясь в жутких условиях. Это пробки. Я просто хочу, чтобы мы показали те пробки, которые были на Кирилловку. Это, ну, знаете, наверное, ну, всем молодым людям отбилось желание куда-либо в ближайшие города Бердянск, Кирилловка, Федотова Косара, Батская Стрелка. Люди добирались по 8 часов, стояли в пробках, чтобы отдохнуть каких-то... Вот мы видим огромное количество машин, которые в это направление, поэтому многие сейчас рынуться, да и по качеству, и по стоимости. Есть смысл просто ехать, потому как все равно, как показывает практика, нельзя сказать, что очень недорого у нас отдохнуть. Все равно это недорого в кавычках. Мы уже убедились в том, что очень даже. Недорого, а сервис оставляет желать лучшего. Причем цены сразу в некоторые местные. Обслуживание тоже оставляет желать лучшего. Может быть, есть такая возможность, что вы обратитесь, там очень, очень часто бывает, что нам туристы говорят, там мы готовы, мы располагаем временем, там, в течение там, месяца или двух недель мы хотим подождать горящие, так сказать, туры, да, вот мы готовы там сесть и полететь, тогда мы просматриваем вот туры, вот что-то есть, раз позвонили, они раз быстренько приехали там и улетели. Ну, судя по тому, как... тот же отель просто, допустим, можно, я не говорю, что там это сразу будет плохой отель, бывает такое, что распродажи вот там на хорошие отели, но это вы должны, как бы, во-первых, располагать временем, сказать, что вот в такой промежуток времени я готов лететь, чтобы мы могли... Вы берете на заметку себе телефон этих туристов? Да, мы телефончики, это самое, как только туристов. Что-то интересненькое, раз мы звоним, нравится, сели, полетели, нет, выбираем дальше. Вот так вот можно делать. Ну, скажу откровенно, что вот те очереди, которые были южным, образно говоря, теперь уже направлении на Запорожскую область, там есть некоторые отели, предлагают сразу цены в долларах, от 110 долларов. Поэтому если на 7, 110, это уже мы понимаем, какая сумма, просто и вот... условия без питания, и без анимации, и без всего остального. Да. Просто недавно были на там горящие туры в Турцию тоже, там 4 звезды, начиная от там 290 даже были долларов с человека, с перелетом.
Это с перелетом из регионов, там из Запорожья, из Днепропетровска. То есть... Как вы выбираете принимающих операторов, чтобы они были надежными? Вот... Ну, во-первых, мы сами... Сколько лет вы в туристическом бизнесе, компания? Компания с 2001 года наша. То есть 17 лет в этом году, в августе, вот нам будет. Поэтому, безусловно, мы уже там... Как вы выбираете операторов, чтобы вот ваши туристы почему-то не попали в такую халупу? Наши туристы не попали, потому что, когда туристы приходят, мы им рассказываем реальную картину, что есть вот те-то, те-то, те-то операторы. Вот есть там гостиницы, которые там на 50, там на 10 долларов дешевле у одного и того же оператора, один и тот же отель. Ну вот можно полететь так вот, но как вы полетите, мы не знаем, потому что такой-то оператор, мы реальную картину по нему рассказываем. Это очень важно, туристы, знать реальную картину. И может быть тогда туристы думают, а может быть все-таки я там переплачу эти там 50 долларов или сколько-то, но я буду уже точно уверен, что у меня нормальная авиакомпания, что не будут переносить 20 раз этот рейс, что страховая компания, которая там меня встречает, там если со мной что-то случится, меня не бросят, да, потому что это тоже важно. Скажите, пожалуйста, вот в разгар сезона, вы сказали уже 290, это был июнь месяц, да? Вот да, можно вот было... это недавно было, да. Дура, а вот чтобы вот сейчас, в июле-августе, не попасться на удочку и не опять-таки в уровень качества отеля не стратить, какая цена стоимость должна быть? Средняя? Так нельзя сказать, потому нельзя. Что вот эта вот цена была, это буквально за 3 дня до тура. Видимо, не заполнялась, потому как это я говорю про Турцию, цена по Турции. Но дело в том, что почему по Турции бывает, что такая горячая цена, потому как многие туристы, имея биометрический паспорт, уже пересели на ту же Грецию, на ту же Барселону, да, там, потому как ранее они не имели возможности собрать документы для того, чтобы открыть визы. Сейчас многие выбирают, в том числе, европейские направления, там Италия вот в этом году была открытием, потому что пустили чартер из Киева, тоже многие летели. А вот. Чем опасны бронь через сайты? Во-первых, бронь через сайты. Турист сам вот посмотрел картинки и выбрал. Да? У нас есть такое понятие, как рекламные туры, когда агентства едут, смотрят эти гостиницы, уже проверенные гостиницы, они знают, что там есть какие-то нюансики, о которых тоже говорят туристу. В том числе та же Италия, например, или та же Хорватия, или та же вот Албания, многие, да, открыли уже который год эту Албанию. Но она вроде бы кажется Адриатическое море, но там тоже есть разное море. Есть море, где немножко как илистое дно, то есть уже не очень приятно даже ножками ступать. А есть где чистенько, как вот в Хорватии, все камешки красиво. То есть есть нюансики, которые знают только в турагентстве. Турист может этого не прочитать. Дмитрий и Сергей, вот хочу, вы вот знаете все в законодательной базе. Скажите, как вы выбираете своих помощников по туризму? Вы уже отдыхали, будете отдыхать. Сергей, я знаю, что вы отдыхали в этом году уже и не раз. Да, ну я просто как бы, если бронирую, то бронирую у проверенных в турагентств, которых мне действительно мне разъясняют, рассказывают все, и потом я не боюсь. Если что, я могу даже за границей позвонить, и если какие-то вопросы задать, и мне всегда тот человек, который бронирует, она... Человек, оператор, туроператор. Менеджер, да. И ответит на все мои вопросы. Вот где все. Были? Были ли какие-то... В Египте, в Турции, да. И в Турции. В этом году уже да. были? Были какие-то нюансы с вылетами, перелетами? Нет, не было. То есть вы у надежного помощника да. по туризму. Говорю, да, Дмитрий. Ви знаєте, тільки планую повноцінний відпочинок у серпні, але теж вважаю, що тут людський фактор, треба користатись перевіреними так, послугами. Якщо це перевірена агенція, то проблем не повинно бути, бо вони власною репутацією дуже дорого для них. Де плануєте відпочити? В Україні, за кордоном чи в Дніпропетровській області? Поки не вирішував для себе, бо знаєте, перед відпусткою головне це зараз все в роботі, потім буде відпустка, буду вирішувати по мірі настання ситуації. Ліно, ви відпочиваєте? Відпочинок є? Так, я вже була 3 дні в Кирилівці, якраз на оцей... Потрапили в ту халепу? Так, коли був Скільки колапс. Стояли? Але, на щастя, я встигла проскочити. Буквально там через, буквально через пару годин вже було. Все-таки 2 години затримки так, було. Так. 3 дні відпустки – все? Ну, це просто була така коротка відпустка, а потім в вересні, мабуть. І ще не вирішила. Ще не вирішила, після де? Таких. Так. Ну, а ми провели на нашому сайті 34.ua також опитування, де планують читачі нашого сайту провести відпустку. А наразі маємо таку інформацію. Звичайно, це не репрезентативний показник, тому що там не так багато людей відповідали. Можливо, ще хтось не визначився, можливо, хтось не бачив опитування. Так от, наші читачі говорять 180 8 тих, хто проголосував, планують відпочити на курортах України. У Дніпропетровській області відпочивають, збираються 113 тих, хто проголосував читачів сайту. І за кордоном біля 100 наших дописувачів і читачів. Ну, бачимо, що
Чи то злякалися вони того, що відбувається в аеропортах, поки от така ситуація, але кого не питаєш, всі вже кажуть, ні, тільки за кордон, тому що ціна майже на рівні тієї, що у нас... І час ти тратиш менше, тому що та ж Турція, 2 години літати і все. Скажите, пожалуйста, а что говорит реальная статистика вот мая-июня? Каким курортам отдавали предпочтение? Вот то, что мы видим, это опрос, понятно, что... Май-июнь, во-первых, есть курорты, которые, так сказать, снижается сезон, и цены становятся очень доступными. Например, это Шри-Ланка вот, и Эмираты, как мы говорили. Вот, например, сейчас стоимость отдыха в Эмиратах в 5-звездочном гостинице, в 5-звездочном отеле стоит в районе $900 за двоих. Это хороший 5-звездочный отель на берегу. В сезон это будет в районе $2000. Ничего себе, то есть да. Почти больше, чем в два раза дешевле. Да, большие скидки. Более того, сейчас вот Эмираты, например, делают распродажи на будущий сезон. Вот на осень у них уже сейчас скидки 35%, 45% есть такие. Есть апгрейды, то есть повышение уровня номера, категории номера до более высокого. Есть там бесплатный ужин, то есть есть сейчас распродажи. Вот Эмираты как раз вот можно бронировать сейчас. Сейчас можно отдохнуть. В принципе, то есть да. В разгар сезона, вот сейчас все кинулись на Турцию и Египет, потому, даже несмотря на то, что нам жара неимоверная, все почему-то дорынулись, но по такой же цене можно качественно отдохнуть. Шри-Ланка та же, там сейчас тоже сезон как бы более влажный считается. Вот с мая, например, да, и по октябрь считается влажный сезон. Но дожди могут быть кратковременными, тут, конечно, не предугадаешь. Но это отличное время, там тоже тепло. И можно поехать на экскурсии, например. Если может так повезти, что у вас и не будет дождя, потому что тут же погода непредсказуема. Это 100%. Не угадаешь даже в той же Турции и в Египте. Тоже непонятная погода, поэтому тут невозможно сказать. Но это делает доступным пребывание. Там, допустим, люди, которые не могли позволить себе, там, это была мечта какая-то, Шри-Ланка или там Эмираты, это вполне доступно сейчас. Даже в разгар туристического это сезона. Туристического сезона, но это как бы низкий сезон для этих стран. Я понимаю, но тем не менее, там условия не менее комфортные, чем в том же Египте или в той же Турции. И точно лучше, чем... Это 100%. Скажите, пожалуйста, вот почему такая дорогая Грузия, я не могу понять? Потому что вот нет чартера... То, что я видела, пыталась пролистать, $800 только завтраки, это 3 звезды. Ну, во-первых, гостиницы в Грузии не такие же прям уже дешевые, как говорят, что даже если сам ты будешь смотреть отдельно, покупать билеты, отдельно покупать гостиницу, думая, что так будет дешевле, вроде бы как операторы накручивают. Нет, это не так. Все равно так операторы не накручивают, да. Так и получается, что в среднем стоимость от 650 евро за двоих с перелетом, вот стоимость Грузии, это гостиница 3 звезды на завтраках. Но что, какие есть тоже нюансики по Грузии? Прекрасная страна, все хорошо, отлично кормят, принимают. Гастрономические туры. Да, но это не совсем детский отдых, потому как если вы едете с семьей, с детьми, то там не будет никакой анимации, там детские какие-то там клубы и так далее. Это тур для того, чтобы вы поехали, возможно, взяли машину на прокат, посмотрели, поездили, почувствовали этот колорит, как бы нужно почувствовать. А так, то есть, если здесь маленькие совсем детки, то желательно внимательно подумать, куда выбирать. Потому как это же Черное море, опять же, таки, как в нашем Крыму, тоже это, смотря в какую сезон поедешь, может быть прохладно. Ну и бархатный сезон уже не за горами. Бронируют ли сегодня туры на бархатный сезон и какие направления дают предпочтение? Бархатный сезон все любят бронировать, например, та же Испания, Греция очень любит бархатный сезон, потому что и в принципе, наверное, в сентябре на любое направление можно бронировать, потому как вроде бы как дети пошли в школу, и уже для взрослых это бархатный сезон отличный. Ну или более с маленькими детьми. Когда начинают падать цены на бархатный сезон? Ну, наверное, после 15-го где-то сентября. После 15 сентября стоит планировать бархатный сезон? Да, можно заранее бронировать, потому что некоторые тоже все-таки... То есть уже сейчас эта цена будет немножко ниже, чем... Возможно, да, потому как раньше, вот по прошлому году, многие забронировали заранее, там, а кто-то не забронировал заранее и ждали, что вот будет какая-то распродажа. Все сели улетели, тот, кто ждал, получается, остался. Потому как хорошая гостиница все-таки покупает заранее. Скажите, Сергей, вы вот путешествие, вы планируете, бронируете заранее? Не всегда. Не всегда? Да. То есть иногда стараетесь попасть в струю, в которую... Конечно. Шри-Ланка, как вам, да? Эмираты. Стоит попробовать? Конечно. Дмитрий и Элина, смотрите, вы еще, так сказать, не используя свой отпуск. Хорошие советы, как считаете? Хотели бы вот в тех же Эмиратах? Я вообще удивилась, $900 вполне очень респектабельные отели. Как считаете? Нова политика такая привабливая выглядит. Принаймні себе пересічний громадянин, мабуть, може дозволити, тому чому б ні.
Тобто дуже файні пропозиції, як на мене. Безумовно, у нас сьогодні я стільки багато нового почула. Я думаю, що можна. Повірте, я також для себе чимало чого і від вас відкрила, і від пані Альбіни. А, кстати, зимний отдых, он тоже не за горами. І я знаю, що там можна забронювати тури навіть з 30% скидкой. Да, безусловно. Но кроме того, что из чего складывается зимний отдых. Не всегда люди летят на чартерах, очень часто они добираются регулярными рейсами. На регулярные рейсы, как показывает практика, чем раньше ты забронируешь и купишь, тем дешевле будет билет. Это раз. Во-вторых, очень часто, так как на все вот Австрия, Италия, Франция, они, как правило, продают с субботы по субботу. Есть такие вот даты заезда. Но когда ты бронируешь заранее, если у тебя все-таки какие-то нестандартные даты, хочешь ты 10 дней, например, да, вроде как неделя много, мало, а 2 недели много, то если ты бронируешь заранее, все-таки они идут на ступки, ломают вот эти вот даты. То есть это вот еще из преимуществ, кроме цены, что можно все-таки забронировать те даты, которые для тебя интересны. И, конечно же, выбор, потому что если ты начнешь бронировать в ноябре, то уже ничего не осталось. То есть право выбора и да. Право цены. Цена, выбор и все-таки даты, как ты хочешь, можно подкорректировать. А скажите, вот многие сейчас вот демпингуют, я не знаю, как сказать, и бронируют зимний отдых с 40% скидкой. Ну, гостиницы есть, это не значит, что они плохо продаются, что они там себя не ценят. Нет, они всегда, как правило, хорошо заполняются, но просто есть такая политика, чтобы вот продать заранее и спать спокойно, грубо говоря. А, то есть можно и забронировать отель, который с 40% скидкой? Да, 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 можно. А вот такая, чтобы не попасться опять-таки на удочку, и отель был достойный? Ну, у нас, например, контрактный напрямую. Угу. То есть всегда проверять контракты напрямую или это просто в турагентстве спросите, да, где вы будете бронировать. Если у какой-то киевской компании, а так как киевская компания тоже неизвестно, где вы, там вы уже не проверите цепочку, как оно, как, когда дойдут деньги до отеля, да, и когда они реально их перечислят. Потому что у нас туристы заплатили, и мы сразу же перечисляем в гостиницу. И сразу же отдаем ваучер, вот подтверждение бронировки от отеля, что все у вас хорошо, вас поселят, и все нормально. Вплоть до того, что турист может сам позвонить в гостиницу по своей фамилии, проверить свою бронировку. Да, вы селитесь. А вот когда бронируют через какие-то там маленькие агентства, через какие-то там туры и так далее, они говорят, что у нас как бы блок мест, и по фамилии вы проверить не можете. Вот есть такой нюансик, поселят вас или нет, потому что фамилии вашей нет в гостинице. То есть вы даете даже телефоны гостиницы, в которую да, вы заселяете, и это можно проверить, да, да, если да. Бронь на вашей фамилии. Да, да, можно. А, Альбин, скажите, пожалуйста, еще раз для всех, кто, возможно, вот уже вырос и самостоятельно начинает путешествовать, что важно знать начинающим туристам, если они собираются отдыхать за границей? Первое, второе, третье, вот таких три кита. Во-первых, нужно знать, где вы будете бронировать, кому доверить свои деньги, да, чтобы вы доверяли этой компании. Во-вторых, чем вы летите, как вы добираетесь, и кто у вас принимающая сторона, безусловно. Чтобы... Чем летите, это компанию перевозчика. Да, да. Mm-hmm. Вам просто нужно знать составляющие вашего тура, из чего состоит ваш тур. Это страховая компания, где вы живете, там гостиница, и принимающая сторона, безусловно, вам важна. То есть проверять тоже туристическое агентство, которое принимает, не которое отправляет, а которое принимает там в стране? Ну, не совсем как бы принимает. Просто если вы пришли уже в агентство, вы должны узнать всю информацию. Да, вы можете в интернете, это не проблема сейчас в наше время, посмотреть там отзывы о той компании, которая принимающая сторона. Но вы должны узнать, кто вас принимает. Потому что многие там пришли, там турфирма «Дружба», да, грубо говоря, они думают, что там в Испании их встречает турфирма «Дружба». Нет, так, не так. Вы другая принимающая сторона. И вы почитайте, кто вас там ждет. Ждут ли вас? Вы там. Акцентируете на этом внимание своих туристов? Да, безусловно, мы даем всю информацию просто. Сергей и Дим, пожалуйста, подскажите, возможно, мы что-то сегодня важное упустили в разговоре, на что важно нацелить туристов? Ну, знаєте, я хочу сказати, що відпочинок, навіть якщо це відпочинок ваш, не підходить до цієї справи легковажно, так чи ні? Бо інколи легковажність може таки коштувати ось таких неприємних моментів. По своїй практиці можу сказати, що дійсно є справи в судах, які пов'язані з захистом прав споживачів. Ну, це також послуги споживачів, котрі виникли через, з одного боку, легковажність, да, однієї особи, а з іншого боку, тому що зловживали цією легковажністю. Тому будьте обачливі і все буде добре. Нас зазвичай кажуть, що треба обирати там посадовців з розумом. Тепер ми говоримо про те, що з розумом треба обирати і нашу відпустку, і тільки у перевірених туроператорів, що б то не говорив. Ми говоримо, що ну, один раз наступиш на граблю, потім ще раз один, але варто все ж таки 100 раз відміряти, чим один раз відрізати. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми вооружили вас важною, нужною, полезною і дуже інтересною інформацією. Сподіваюся, ви використовуєте совєтові туроператорів, адвоката, юриста, і вам не придется обращаться за помощью к служителям Фемиды. Ну а
приятными и яркими эмоциями, вы обязательно поделитесь на нашей странице в соцсети 34-го телеканала. Сама заинтригована отпуском в тех же Эмиратах по цене Турции. Ну и спасибо вам за такую информацию. Ну а вам спасибо, что провели этот вечер в нашей компании. Вам только ярких впечатлений и от ближайших выходных, и от лета 2018. Увидимся!